При необходимости разделять файлы между виртуальной машиной и вашим хостом, нужно настроить разделяемые папки. Давайте настроим вот на имени машины. Настроить делаем, или вот тут настроить. Нажмем шестеренку, общие папки и добавим папку машины. Добавим общую папку. Тут можно выбрать. Ну вот я в домашнем каталоге сделал папку Shared, чтобы не весь каталог экспортировать, а только одну папку. Так ее тут тоже назовем Shared. Создать постоянную папку. Так вот. Теперь нам нужно ее подмонтировать. Итак, вот консоль наша. Поставим. Угу. Запустим. Создадим в домашнем каталоге тоже папку Shared. Папка Shared создана. И подмонтируем теперь хостовую файловую систему. Sudo mount -t vbox if опции, ну, для того, чтобы у нас монтировалось не с рутовыми пермишами аннами, а с пермишинами для пользователей. Git равно это UID. UID равно git равно it равно минус g. Что монтируем? Монтируем мы Shared. Это вот когда VBOX SF, там он понимает, что вот эта шара, которую мы настроили, мы так ее назвали, и в папку home shared. Так, да, извиняюсь, пробел-то я не там поставил. Свой пароль набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот наша папка Shared. Вот видите, меняется размер, но это вот подключилась именно папка вашего компьютера, с которой вы можете работать и обмениваться файлами с хостовым компьютером.